Дорогие друзья, здравствуйте! С вами школа Бовсуновского, Валерий Бовсуновский. Это будет меньше видео, а больше размышления. Я просто подумал, что, наверное, надо его записать. Вы знаете, очень много людей, которые начинают изучать языки, очень много людей, которые мечтали программировать, но становится перед ними становится такой вопрос, что какие языки изучать вообще, чтобы стать программистом. Ребят, давайте сразу с вами договоримся. Мы же можем договориться. То есть я буду рассказывать как размышление и буду доказывать, да? Я попрошу просто подумать над этим. Возможно, у вас будет свое решение. Но я уверен, что вы задумаетесь. Итак, если мы откроем браузер, наберем языки программирования Википедия. То мы увидим довольно большое количество языков. Давайте задумаемся. Смотрите, даже если вы не программист, это не важно. Вот смотрите, аспектно-ориентированные, структурные, ну, известные, вот смотрим, да, где-то там кто свое находит. Далее процедурные, логические, объектно-ориентированные. Далее поехали. Функциональные. И прочее, и прочее. Вы меня спросите, вот в первых моих видео, я вот настолько люблю и сегодня Python, но если вот я когда начинал в 2009 году, понимаете, тогда меня распирал от возможностей Python, и уже после изучения нескольких лет я просто понимаю, что его даже нельзя полностью изучить. То есть настолько мощный язык, но опять, вы сейчас можете сказать. Вопрос стоял, какие языки изучать, чтобы стать программистом? Из чего начать? Ребят, извините меня, наверное, что я повосхищался. Давайте поконкретнее. Конкретнее изучать надо два языка начать. Первый Python. Второй C. Все. Значит, хотите спорить? Ну, спорить не надо. Я сказал, что у вас может быть своя точка зрения. Вот эту связку дает Гарвард. Я совершенно случайно наткнулся. Ну, в принципе, я был рад. Но я к этому сам пришел, я вам честно говорю. К Python я пришел совершенно случайно в 2009 году. Когда у меня тоже были вопросы, какой язык изучать, с какого начать. В принципе, вы многое можете посмотреть на сайте spb-tut.ru, да, мои где-то первые видео, где-то они были прямо, у меня кипело только Python. Я Python обожаю. И это основной язык. Вот если еще нажать, видео помогли многим. Они разные. Здесь видео совершенно разные. Ну, они сейчас появятся, пока страница загрузится. Так вот, что такое Python? Зачем его начать учить? Во-первых, человек, который, допустим, никогда не программировал, если он начнет C, то первую программу он напишет не скоро. Если человек начнет с Python, то перед ним сразу откроется новый мир. Целый мир. Ну, вот смотрите, вот допустим, если взять официальную рассылку, да, ну просто вот к примеру, я покажу просто пример.
500 викли. Берем официальную рассылку, да, по Python. На самом деле, в каждой рассылке здесь большое количество приложений. Это вот в данном случае приложения совершенно разные. Но если мы заметим, тут приложения по играм. Вот даже в данной рассылке, вот я возьму последнюю, у меня просто тут есть что сразу показать. Вот смотрите, вы сейчас поймете, к чему я. Вот поехали. Смотрим. Просто что. Вот TensorFlow. Это очень продвинутая, самая продвинутая система искусственного интеллекта от Google. Но она имеет, может работать с Python. Если вы заметили, а почему Google работает с Python? Как вы думаете? Ну, вообще-то, вот этот сервис. Вы, наверное, точно знаете YouTube. Он практически написан на Python. Источник Mark Lutz, очень ответственный источник. YouTube написан на Python. Instagram написан на Django. То есть вы, изучая Python, сразу получаете выход в мир. Вы можете начать программировать. Программы, игры, неважно что. Я же показал в рассылке, мы там найдем и Java, и все, много чего. То есть люди пишут библиотеки на разных языках. Python — это единственный язык, который в себя вбирает все другие языки практически. Ну, например, я сейчас начал давать в школе раздел «Искусственный машинное обучение». Ну, кто-то это знает, Python Big Data, обработка больших данных. Но если мы присмотримся к этим библиотекам, NumPy для Python написано на C. Scikit-Learn – это библиотека машинного обучения, которая делает сайты умными. SkiPy – это пакет. Pandas – это обработка больших данных. То есть, все уже умеет делать Python. Все умеет. По сути дела, у меня есть сообщение, не буду сейчас искать на блоге. Более 50% значит, американских вузов перешли на Python. И в принципе, когда слушаешь доклады, вот это основная причина. Во-первых, легкий язык. Во-вторых, широкого назначения. Вот когда мы, допустим, если начинаем читать историю такой библиотеки, как Matplotlib. Ну, я же говорю, новички могут не знать. Но Matplotlib, то есть это отображение всего чего угодно. Она написана, в ее основе лежит язык программирования MATLAB. Но MATLAB не давал возможности, как пишет автор, разработчики, той, насколько она могла развернуться и развернулась при Python. Потому что Python – язык общего назначения. То есть, по сути дела, есть привязки ко всем системам, к программам, к веб-сайтам. То есть, именно делали язык, который способен решать задачи быстро. Не хочется долго рассказывать. Вы можете спросить, ведь много других языков. Ребят, это мое мнение. Я просто сказал мнение. Тогда у меня вопрос. Вот второй, да? Я не зря вам показывал совершенно разные языки в Википедии. Где они там делись? Так вот, Python. Да, он относится к объектно-ориентированным. Но для него доступны все остальные виды программирования. И процедурные, и функциональные, и так далее, и так далее, и так далее. Второй. Если вы откроете большое количество языков, все они написаны на основе
много из них, не все, а много из них написано на C-подобном синтаксисе. То есть это такие известные языки, как C++, C#, Java, PHP, все имеют C-подобный синтаксис. Кстати, Python также написан на языке C. Когда мы изучаем Python, изучаем язык C, перед нами открывается целый мир. Минимум десяток мощных языков. Python нам дает возможность сразу писать коммерческие проекты, быстро разрабатывать программы, игры, сайты, все что угодно. C дает возможность, значит, C сам по себе, я просто почему это видео и сделал, потому что я собираюсь C включить в школу. C сам по себе язык довольно несложный, лаконичный, довольно простой. Ну, например, сайт на C было бы писать просто неразумно. Например, если у нас есть Django, да, если мы откроем справку, да, тут много-много листов справки. Это вся справка о функционале, который заготовлен. Ну, представьте, а на C этот функционал вам придется с нуля писать. Это ж вот это написано за 10 лет. Поэтому, если нам надо, допустим, создать таблицы или формы, мы ввели одну-две команды, и у нас все заработало. А на C надо написать портянку кода. Но есть очень интересные вещи. C нам откроет, во-первых, доступ к другим языкам. У меня основная цель, что я понимаю, что люди, которые изучают Python, хотят писать библиотеки. То есть, если у нас есть интересный проект какой-то, мы можем спокойно его написать на C, сделать привязки Python, по сути дела, дальше программировать на Python, но будет он работать со скоростью C. Это очень круто. Второй момент. C нам дает состыковку проектов. То есть, по сути дела, для того, чтобы кто знает C, допустим, начать применять там C++ или C#, нам надо только отличие. И, в принципе, если вы посмотрите документацию, то много где так дается. То есть, пишется, мы даем только отличие. На самом C, если написан много из Python, то на самом C можно написать все, что угодно. Многим хватает Python. Допустим, на сегодняшний день, ну, мне пока не понадобился другой язык. Я же говорю, вот я показывал вам вот эти вот библиотеки разные, да? Сейчас покажу еще. Вот. И вот представляете, каждая рассылка, то пишут новое вышло, то обновилось. Потому что у Python вот, на 2009 год, на сегодня не скажу, было 1 000 000 разработчиков. То есть это расширяемый язык. И трудно найти область, чего бы уже не было описано. То есть, чтобы вы не собрались описывать, всегда нужно найти библиотеку готовых классов. Ну, для новичков я расскажу. Давайте подумаем, а что такое библиотека? Потому что говорим, а потом, ну, я рассказываю, помню, человек учится, говорит, слушайте, ну, библиотеки, а что такое? Библиотека, что такое библиотека? Вот на любом сайте, на любой библиотеке мы увидим такое слово модули. Когда мы изучаем Python начал на Pro365.net, значит, там мы изучаем модули. Вообще модуль — это просто файл. Файл, в котором есть определенный код. Проще сказать, точнее, это модуль. Это модуль, который выполняет определенную задачу. Библиотека — это совокупность
модулей, которые выполняют определенные задачи. То есть вот там анимация, то есть собирается в библиотеку. Вот это и называется библиотекой. По сути дела, для того, чтобы пользоваться библиотекой, нам достаточно понять, что за класс, что он делает, и мы пару строчками кода делаем сложные вещи. Например, вот в этой matplotlib, которую я начал давать, есть модуль pyplot, где тремя строчками кода мы уже рисуем график. Хотя, если бы мы писали на MATLAB, это было бы намного дольше. Почему? Потому что все за нас делает библиотека. Наша задача, вот мы, допустим, принцип очень прост, да, вот мы хотели бы там ввести цвет, мы просто писали бы там PLT, там и цвет. Ну, я к примеру говорю, да, PLT там, ой, PLT, color и так далее, код и указывали цвет. То есть нам просто надо знать, что color это цвет, указать, а ранее в твоей библиотеке был заложен код, который знает, как работать значит, с кодами цветов. То есть все это было ранее. Вот это и называется библиотека. Хорошо. Значит, какие есть доказательства? Я вам ничего не буду доказывать. В 2009 году, когда я тоже разбирался, каким языком программирования начать, я пробовал Delphi, пробовал PHP, пробовал C-Sharp. И я рассказывал уже видео более такое. Я понимал, я не мог правильно поставить вопросы. Я думал, ну вот я хочу изучать язык. Да, я хочу написать. А что я хочу написать? Я в школе это вижу. На самом деле человека что-то приводит в язык. Да? Вот, допустим, говорит человек, я хочу там работать с играми, я хочу работать с программами. Это здесь главное слово «хочу». И все. Но с чем он реально будет работать, завтра может все поменяться. И я это вижу в школе. Ребят, вы со мной можете спорить, я вижу в школе. Приходит человек на Django, завтра говорит, я работаю с библиотекой таким-то, и вот изучаю новый язык уже. Понимаете? Потому что когда человек начинает узнавать о возможностях, у него все может моментально измениться, и это прекрасно. Но всегда стоит вопрос. Мы начинаем над этим вопросом задумываться намного позже. А вопрос этот я вам сейчас покажу, и вы поймете все. Вот я над этим вас прошу задуматься. Т. Ну, обозначается обычно время. Вопрос в том, какой бы вы язык ни выбрали, каждый язык вам будет говорить, что каждый язык имеет свое назначение. Каждый язык хорош. Согласен, ребят. Вопрос в другом стоит. Для нас, как для человека, который только что-то начинает, да, вот, допустим, стал человек. А платформа? Ведь дом строится. И надо фундамент. У дерева есть корни. Согласитесь? О, для того, чтобы проложить асфальт, на какую-то основу. Везде есть основа. Вопрос для начинающего, он ставит вопрос, какой язык изучать. Но под вопросов, то если вот поговорить с человеком, да, то человек на самом деле расскажет намного больше. Просто зачастую люди стесняются спросить. А на самом деле, в большинстве своем, вот если глобально собрать все вопросы, все сомнения, то человек спрашивает, я бы хотел изучать те языки, которые бы мне помогли развиваться в будущем, стали платформой, и не получилось бы так, что я изучил язык, а потом оказывается, что... Когда мне надо что-то вдруг написать, тут была игра, а тут другое, и вдруг я перехожу к чему-то совсем незнакомому и начинаю с нуля.
люди боятся ошибиться. Тогда стоит вопрос, а действительно, что в этом случае? А в этом случае все просто. Первый язык и был ИСИ, и сегодня он очень мощный, он же развивается. Это язык был разработан вообще-то для военных целей. И от него пошли большое количество языков. Другие части языков были, в любом случае, это статическая типизация, динамической, все одинаково, как Python. Но только вопрос в другом. Я сказал, Python вбирает, так как он написан на C, он написан на C, на Java, на C++, то он отлично ладит с любым C-подобным языком. Отлично совмещается. Если мы возьмем библиотеку PyKT, это библиотека для графических программ. Библиотека, написанная на C++, с привязками Python. То есть работаем с Python, получаем удовольствие, но получаем скорость C++. Круто, круто. Поэтому я, наверное, не буду делать сейчас выводов. Я просто говорю, вот по истечении вот этих лет, вот я приходил год за годом, да, и думаю, боже мой, как здорово, что я выбрал Python. Как здорово, что тогда я увидел эти возможности. Сегодня я скажу, что, ой, Python намного круче, намного возможностей больше. Все, что угодно, все, что угодно, все, что вам придет в голову, все можно реализовать. Но, как я говорил, я говорю свое видение о будущем. Не так давно смотрел ролик с переводом на русском языке с Гарварда. Так вот, я сам, я вам честно говорю, к этому пришел, а там говорит, мы с вами начнем C и получим доступ ко всем другим C-подобным языкам. Например, там C++, PHP и так далее, и так далее. Понимаете? Платформа. Python дает реализовать проект за проектом. Только как купюрки будут вылетать, да? Только купюрки к вам будут лететь. Как купюрки проекты. Второе. C дает возможность, первое, дополнить Python. Второе, если вдруг в каком-то проекте понадобится часть проекта написать на C++, зная C, вы легко с этим справитесь. Вообще, знаете, как происходит, когда вы знаете какой-то язык? У вас же в голове уже отложилось, что такое там переменная, классы, массивы, типа объекты. Вы просто там просто они называются по-другому. Вы сразу смотрите... Ага, вот как здесь это делается, и все. Но вопрос в том, что в основе лежит C. Поэтому первый Python. И Python дает очень огромную возможность. Какую? Ребят, вот когда вы начнете работать с Python, кто-то будет пробовать игры, кто-то программы, кто-то сайты, веб. Но именно с этого момента начнется важная вещь. Вы попробовали, написали сайт, сказали себе, да, мне это нравится, я буду этим заниматься. То есть у вас пошла осознанная реакция. Я хочу, я делаю, я буду это делать дальше. Раньше у вас было, я хочу, я изучу, я хочу. А как она что спрашивает? Вот я хочу писать игры, а можно это на PHP? Конечно, можно, только неудобно. Я хочу писать то, а можно это на этом языке? А какой язык выучить, чтобы написать, допустим, программу? Я слышал ответ любой. Нет, можно, конечно, любой, чтобы потом другой. Но все-таки, если вы подумаете, как вы хотите поступать со своим временем, если хотите, чтобы вы инвестировали время, то... Наверное, надо
делать то, что делают действительно люди, тоже, наверное, пришли к этому, да, что важно изучать Python. 50% университета уже перешли. И C. И вот, помните, я только что сказал очень важную фразу. Я сказал фразу, что вы начали там писать сайты, я буду это делать, говорите себе. То есть у вас появляется осмысленность. А изучив C, вы инвестируете время. Потом у вас появился проект. Ну, вдруг появился проект, надо там на C++ писать. Вы уже понимаете, да, вот сейчас я возьму не Java, а C++. C++, да? И вы берете это осознанно. Либо вы научились делать какую-то классную вещь, написали ее там на том же C++, а потом взяли, сделали привязки в Python. Все. Все, код летает, но при этом программируете вы на Python тремя строчками кода. Вот это круто. Вот это и есть круто. Я сказал, что это не будет просто видео, да, какое-то. Я просто сказал, вот я просто доволен, что вот я именно так делал. И также я в школе ввожу. Сначала Python, теперь C. Но просто после вот нескольких лет, ну мне просто хочется, да, вот немножко расширить. Расширить, да. Хотя мне до сих пор и никогда, мне всегда хватало Python, потому что, ну я просто смотрю в будущее, думаю, ну, наверное, ребята школы, кто-то захочет другие языки изучать, а кто-то будет дорабатывать Python, для этого надо C знать, а кто-то напишет свою библиотеку. И я вот с этих точек зрения, да, не то, что я там ориентируюсь, вот сказали, я вот, у меня сошлись мнения, ну, просто вот я сам пришел, а потом посмотрел, что вот там-то в университете так делают. А просто вот у меня были свои соображения, которые сейчас есть, да, и это просто интереснее. Ну вот и задумайтесь над этим. Важно, запомните, важно просто не останавливаться, делать по чуть-чуть и никогда не сомневаться. Начинайте, все получится.